Дорогие друзья, этой ночью скорая помощь забрала известного российского киноактера Михаила Трухина прямо из ресторана, который расположен в центре Москвы. Михаил Трухин находился там на дне рождения у своего лучшего друга. Выпив буквально несколько бокалов вина, актеру стало плохо, и он потерял сознание. Присутствующие его друзья сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Медики принялись осматривать актера и приняли решение о его госпитализации. Сейчас Михаил Трухин находится в больнице. Врачи диагностировали у актера отравление спиртными напитками. Кто будет отвечать за эту трагедию, пока еще неизвестно. Скорее всего, будет наказан хозяин заведения. Вставайте с нами, друзья, давайте поддержим нашего актера Михаила Трухина. Будем надеяться, что уже в следующем выпуске мы сможем вам рассказать подробности данной трагедии. До скорой встречи на нашем канале, друзья. Спасибо вам за вашу поддержку.